Калужской области, как и всюду, механизаторы стали решающей силой в борьбе за высокие урожаи кукурузы и других кормовых культур. Почет и уважение, громкую славу среди калужан эти неутомимые люди завоевали своими делами, своим нелегким трудом. Давайте познакомимся. Иван Васильевич Приходько, звеневой колхоза имени Жданова Козельского управления. А это тракторист Иван Иванович Гапошкин. Оба настоящие мастера. Приходько учитель, Гапошкин его ученик. На всю зиму хватит кормов, выращенных ими. Председатель колхоза Федор Иванович Хохлов спокоен. Агроном Иван Иванович Моисеев тоже. Бедные подзолы и суглинки дали по 18 тонн силоса на корову.